Вновь повторю, подчеркну, надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. Да, прошедшие годы, они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда, вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов.